Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такое вот обыкновенное чудо, классический, два воздушных батончика. Покупала я его в фикс прайсе. Вот. Состав здесь, на него будет фотография в конце ролика. 40 грамм здесь. Вот. Знак качества. Здесь, конечно, вот он довольно большой. Вот. И давайте его откроем. Также здесь наша тарелочка. Даже не знала. Я думала, они как-то это шоколадные какие-то. Они вот какие, видите? Вот так они выглядят. Так, и давайте их попробуем. Давайте с этого маленького начнем. Да, даже вот нож испачкался, какой-то крем внутри есть. Давайте попробуем. Да, там действительно что-то похожее на крем. Ну, нет, не приторное, просто сладкое. Такое, знаете, какой-то вкус такой с детства. Мне кажется, даже это производится шоколадка довольно давно. В детстве, мне кажется, была такая. Вот ее тоже съем. Да, вкус фундука. Такой какой-то крем, да, вафелька. Очень вкусная. Объедение. Хрустящая. Вот она, в принципе, вафелька. Единственное, вот она неровная, видите, скреплена. Мягенькая, такая хрустящая. Вкусная. Рекомендую. Вот ее, кстати, можно, да. В принципе, я все рекомендую практически. И она также выглядит. Хотя, подождите. А нет, смотрите-ка. Она выглядит по-другому. Видите, полосочки идут. Не полосочки идут вот так вот. У всех, видите? Вот они прямо идут по параллельно, скажем, друг другу. Тут полосочка, вот и тут. По две. А здесь другой совсем. Нет, смотрите-ка. Выглядит по-разному. Здесь тоже. Сейчас давайте еще раз разрежем. И посмотрим, как они. Ну, в принципе, да, они в разрезанном виде практически одинаковые. Что тут вот, что тут. Ну, как бы немножечко неровненькое что-то там, но это всегда так. Но выглядит по-другому. Видите, на фотографии здесь одно, а в жизни другое. В жизни их парили вот так вот. Ой. А должны были вот так вот парить. Я надеюсь, что попыталась вам объяснить
нормальным языком. Вот, но все равно вкусная, ее можно съесть, ее можно, я думаю, подарить, наверное, кому-нибудь, подружке, там, ну, не, конечно, как на какой-то праздник, там, на день рождения. Для дня рождения, я думаю, она слишком простая будет, а вот просто так подарить, как шоколадку. Дарите. Также батончик. Вот, напишите в комментариях, понравилась она вам или нет. Также напишите в комментариях, палит она у нас у вас точно так же или как там на картинке. Может быть, у кого-то по-другому, может, у меня брак достался. Вот, также подписывайтесь, смотрите мои влоги, пишите комментарии. И всем пока-пока. Thank you.